Я люблю их рисовать, люблю делать жанровые портреты, люблю, когда люди умеют перевоплощаться. То есть, например, вот здесь две девочки, которые решили сыграть Том Сойера и Гекльберри Финна. Вот, и они, мамаши, вошли в роль, и, как бы, по-моему, им удалось, никто не опознает их. Вот, то есть, в общем, вот так. Тома Сойера и Гекльберри, кто из них кто? Это Том Сойер, он почище, а это Гекльберри Финн, он такой весь хулиганистый, такой легамбре. Это портрет... Это вообще портрет моей дочки. О, как ее звать? Аня. Прекрасно. Это фотограф, это Марина Собор. Mm-hmm. Вот, мы с ней тоже были, как бы, вот на такой, ну, скажем так, с одни. И она тоже входила в образ. И, в общем-то, мы обыгрывали то, где мы находились. То есть вот так, ну, допустим, мы, ну, какие-то такие позы пытались создать настроение какое-то. То есть это фактически четыре постановочных фото, да? Три. Это не моя. Да, это не ваша, понятно. Расскажите это, пару слов о себе, чтобы как бы... Я, в общем-то, я график. Сейчас я записываю. Вот.